привезли в поликлинику перчатки и маски, то, в чем остро нуждаются сегодня наши врачи. Упаковки масок и перчаток бережно сложены в коробке. Спелые гранаты рядом, в пакете. Активисты волонтерского центра «Единой России» сегодня в 3-й Одинцовской городской поликлинике привезли самое необходимое и приятный бонус в рамках акции «Лови гранат». Плоды граната в сочетании с зеленым чаем очень полезны и эффективны для нашего организма, для поддержания иммунитета. Больше 2000 масок и перчаток, 3 коробки гранатов. Это подарки только для 3-й поликлиники и ее педиатрического отделения. Раньше волонтеры «Единороссы» уже побывали в Звенигороде. Туда подарков отвезли еще больше. Наше решение было о том, что собрать свои личные деньги, да, и вот просто поехать по-человечески помочь, пообщаться. Отчасти это акция, отчасти, ну, наше самовыражение, значит, что мы хотим приехать, хотим помочь, ну, вот хоть в чем-то. Масок и перчаток в медицинских учреждениях Одинцовского округа достаточно, но лишних нет, расход слишком большой. Средства индивидуальной защиты выдают не только медикам, но и беспечным пациентам. Потребность в масках, расходных материалах, средствах индивидуальной защиты сейчас очень сильно возросло, поэтому, конечно, эта помощь нам оказана очень вовремя и в полном объеме. И это медучреждение округа не последнее в списке активистов волонтерского центра «Единой России». Полезную акцию «Лови гранат» они планируют проводить и дальше, разумеется, не забывая об адресной помощи нуждающимся. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».